Еще один шикарный наш друг. Прошу любить и жаловать. Вадим Воронов, Русское радио. Дэнс Дисюк. РУ-ТВ. Добрый вечер. Ой, что-то деньги кидают в зал. Нормально. Почему вы нас не кинули? Здрасте, дорогие миллионы. Добрый вечер. И доброе утро. Хочется сказать мне по старой доброй традиции. Вы знаете, мы вообще никогда не думали, что вот с этим человеком можем одновременно оказаться на одной сцене, потому что каждое утро с 7 до 11 часов утра на русском радио вы можете слушать русских перцев. Здрасте, дорогие миллионы! Это, в принципе, все, что я умею. В основном говорит Дэнс сегодня. Нет, ну почему? А теперь ты представь меня. Почему мы с тобой не можем вместе вести? Дело все в том, что в это же самое время на телеканале РУ-ТВ Дэнс Дисюк ведет утреннее шоу «Двое с приветом». Ваши аплодисменты! Есть такая программа. Действительно, вам всем огромнейший привет от Дили. Она очень сожалеет, что не смогла здесь сегодня быть. Итак, мы хотим представить наших следующих гостей, тех людей, которых мы знаем давным-давно. Вы правильно свистите. Вам эта функция пригодится буквально через 30 секунд.